хочу завтра принести. Часики. Я не решила мне это попробовать. Я сегодня проспала экзамен. Стопка бумажек. Зачем готовиться? Это пипец. Добрый вечер, дорогие подчепчики. Я только вернулась с прогулки. Время 23:14. И завтра у меня первый экзамен. Чтобы вы понимали по-русскому, я не решила мне это попробовать. Спокойствие, только спокойствие. Так что у меня есть одна ночь, чтобы подготовиться. Как вам такой вызов? Как вам такой вызов? Я просто мама в другую комнату. Сказать, что я волнуюсь, я озабочена этой ситуацией, ну, не сказать. Я уже написала Марише, попросила ее сделать минуту молчания, потому что она тоже в шоке, что у нас завтра первый экзамен. Лол, мы только типа выпустились из 6 класса, какой первый экзамен? А 27-го у меня математика, и каждый день мне нужно смотреть типа по 10 часов вебинаров, чтобы догнать программу. Поэтому это будет особый челлендж, так что приступим. А еще я вам забыла сказать, что я хочу завтра принести часики, чтобы скачать на них шпаргалки. Тоже самой смешно. Я не знаю, получится это у меня или нет. Увидим. Короче, я уже умылась, привела свое лицо в порядок, набрала себе тут водички. Сейчас время 11:30, и у меня есть ночь на подготовку. Что ж, очень смешно. Завтра мне вставать, кстати, в 6:30, и в 8:20 нам уже нужно быть у школы. Поэтому пожелайте мне удачи, а я погнала. Сегодня проспала экзамен в прямом смысле этого слова. Сейчас расскажу, только дежурю. У меня утром отключился телефон, то есть он ночью, когда я легла в 3 часа ночи, стал заряжаться, и на утро он выключился. Просто типа мои будильники 10 штук на 6:30, они просто не сработали. И знаете, от чего я просыпаюсь? От того, что мама говорит: Маш, уже 8, а тебе не пора? А мне 8 нужно уже типа просто выбегать. Как я испугалась. А нет, она сказала не 8. Она сказала: Маш, а ты на экзамен не опаздываешь? И я понимаю, что типа никаких будильников не звенело. И я такая... Причем это впервые в жизни у меня такое, что мой телефон, типа, не заряжался ночью. В жизни такого не было. Я в жизни никогда не опоздала в школу. Но я успеваю, потому что я собиралась за 5 минут. У нас сбор получается 8:15, но я успею. Лучше этот день начаться просто не мог. Мы написали Марише. Это пипец. Благодарю за ответ. Спасибо. Она помогала всем в туалете, давала листочки с ответами. Реально, Мариша просто мозг. У тебя все выпадет, все это заметят. Извините, у меня была целая стопка бумажек, как никто не знает. Мы пришли, чтобы устроить батл по ОГЭ. Да. Сейчас я вам все расскажу. У нас варианты. Мы сейчас будем решать, кто лучше, короче, решит. На что мы спорим? Да, я не курил. Ой, я специально не выиграю. Мы едем в Икею. Я должна была смотреть вебинар, но я подумала, ну ничего страшного, посмотрю дочью. И поехала с мамой в Икею. Сейчас мы будем покупать вещи для новой кухни. Что такое? Наша корзина.
мама. Блин, я просто жду момента, когда я типа буду жить одна и приеду в Икею за покупками. И также все себе накуплю вообще всего, чего я хочу. Если этот момент настанет, то я просто умру от счастья. Приятно. А может, уже снимаются? Все? А может, да. Не снимаются? Это реально очень вкусно, я не знала. Ну, мама, это для нарезки. А, то есть ничего не надо говорить? Да. Но мы это вставим. Мама увидела детей, которые смеются, и сказала, что они на снюсились. Посмотри, они же не могут успокоиться. Я так в Амстердаме последний раз угорала после травмы. А вот ее испарили. Я купила себе новые кроссовки. Мы приедем домой, я вам их покажу. Они такие классные. Именно в такие периоды на человека сваливаются все результаты его последних лет жизни. В какие периоды? В периоды полного лунного затмения и суперлуния. Сегодня? Сегодня. Это... События будут настолько концентрированы и начнут происходить одно за другим, что многие будут испытывать растерянность от того, что происходит с их жизнью. Это, ребят, вот чтобы вы понимали, типа, это реально работает. Вот мне мама сейчас сказала, то есть события, которые... Как там было? Концентрация всех предыдущих лет. Короче, вот мама сейчас это сказала, это реально так, потому что события, которые являются результатом всех трудов предыдущих лет, чтобы вы понимали, сегодня поступило, типа, к нам с менеджером самое шоковое сотрудничество вообще за последние пару лет, как я веду блог. Я просто сидела сегодня, я такая... Была в шоке. Я была реально в шоке, то есть, почему сегодня? Это реально все взаимосвязано, типа, реально. Вот, можете потом в Инстаграме, типа, перейти посмотреть, там что-то сотрудничество. Это сейчас мне реально поверит. Не издевайся над ними. Да, это секретно пока, ты чё? Ладно, пойду готовиться к экзамену. Хотя, зачем готовиться, если... Маш, это может быть хроническая ошибка. Если вы смотрите этот влог, а почему-то до сих пор не подписан на мой инстаграм, то советую перейти и подписаться, потому что там всегда много обновлений, не то что на ютубе. И туда я, кстати, выложу результаты экзаменов, потому что этот влог я выставлю еще до того, как они будут опубликованы, так что сможете узнать их здесь. Надеюсь, вы реально подписались. Я вчера легла 2:40, я смотрела все синусы и косинусы и первую часть, типа вот первые 5 задач, я все просмотрела. Вроде как у меня даже что-то в голове уложилось. Сейчас буду собираться и идти, я даже сегодня понимаю, встала. Так что пожелаю вам удачи. Короче, я забыла взять камеру на сам экзамен. То лох, я лох. Я вернулась домой, я все сдала. ОГЭ было просто легчайшее. Конечно, нас спалили со шпорами в туалете. То есть мы стоим, я вытаскиваю все, что у меня вот тут вот в ботинках. Я просто вытаскиваю, и мы с девочками разбираем, у кого какой вариант. И в этот момент ходит проверяющая и такая... Что вы тут делаете? Я со страху бросаю все ответы в мусорку, которая была в кабинке. То есть я успела только протянуть туда руку, выбросить. И такая, типа, ничего не делаем. Так я и осталась без ответов.
На самом деле экзамен был просто наипростейший, типа, я не знаю, зачем я так долго готовилась, не советую никому так делать, потому что ни синусов, ни косинусов, ни шин, ничего там не было такого сложного, а я это все изучила. Спасибо. Просто там были настолько простейшие задания, что я аж офигела. Так что 4, вот прям 100%, мне кажется, у меня есть. Хотя все пробники я писала на 2-3, но экзамен был реально настолько легкий, что это будет странно, если у меня не будет 4. Хотя, кто знает. Короче, спасибо всем, что были со мной в этот момент, в этом блоге. Обязательно переходите на мой инстаграм, именно там я расскажу вообще, почему я ухожу со школы. Это, кстати, такой небольшой спойлер, все будет тут. И всем, у кого еще ЕГЭ впереди, всем удачи и всем пока-пока.